Завершилась разминка второй группы участниц. И открывает соревнования этой разминки Мария Артемьева, 20-летняя фигуристка из Санкт-Петербурга, воспитанница тренера Евгения Рукавицына. Выступала она недавно на универсиаде, зимней универсиаде, но выступила там не самым лучшим образом, заняла 7-е место. Успешно выступала на этапах Кубка России в этом сезоне. Ну вот в ее программе также предусмотрен каскад, тройной лут, тройной тулуп. И вот в данном случае Мария Артемьева будет исполнять все прыжковые элементы в самом начале программы. Конечно, довольна Мария Артемьева, справилась она со своей короткой программой. Но вот сейчас будет интересно сравнить. Мария Артемьева и 20 лет уже, вслед за ней будет выступать Александра Проклова, которая на 7 лет моложе. Но вот за счет чего та же Мария Артемьева может и должна опережать своих более юных соперниц. Но это, конечно, за счет второй оценки за компоненты программы. Она должна демонстрировать более взрослое, более женственное катание. И, естественно, это должно сказываться в первую очередь на второй оценке, потому что... Ты все сделала. Дорогого стоят такие слова от тренера, в данном случае Евгения Рукавицына. Ну а действительно, с этим утверждением не поспоришь, она действительно сделала все. Ну, были, конечно, такие помарки, но о них сейчас говорить не будем. Так вот, конечно.
Конечно, вторая оценка должна быть у 20-летней фигуристки выше, чем у фигуристки, которой где-то 13, 14, 15 лет. Давайте сейчас обратим внимание, когда будет выставлена оценка, сколько получит Мария Артемьева, ну, и за технику, и за компоненты программы, и будем сравнивать, в частности, с той же Александрой Прокловой. Александра Проклова. Доволен Евгений Рукавицын. Ну, по выражениям лиц, потому как ведут себя спортсмены и тренеры на момент выставления оценок, уже часто можно понять, насколько довольны они. Молодец. Евгений Рукавицын, конечно, прекрасно понимает, в чем были проблемы и какие трудности испытывала спортсменка. Так, 57,7 балла. За компоненты 27,69.